Украинские новости на UN One. В Донецке был убит Максим Петрухин, помощник одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Автомобиль Петрухина был расстрелян неизвестными, когда он ехал по улице Пушкина, недалеко от здания Донецкой облгосадминистрации. Они предполагают, что это был, собственно говоря, террористический акт против помощника Дениса Пушилина. Более того, есть подозрение, на самом деле, что была некоторая совершена ошибка в исполнении этого террористического акта, поскольку человек для Дениса достаточно походил внешне, и, может быть, он подвергся атаке, просто был убит из-за внешнего сходства с Денисом Пушилиным. Перестрелка произошла 7 июня, в тот же день, когда в Киеве проходила инаугурация 5-го президента Украины Петра Порошенко. Президент пообещал не вступать в диалог с террористами и создать контролируемый коридор для отхода в Россию иностранных наемников, которые действуют на Донбассе.